Всем доброе-предоброе утро. У меня цвет волос под цвет халата. У меня все скомплектовано. Завтрак. Авокадо, рыбка и кофейный напиток. Кофейный, совсем рыбка, вкуснятина такая. Смотрите, рыбу порезала, все, руки чешутся. Холодненькая была рыбка. Холодненькая, ладно, буду завтракать. В общем, все по четко составленному плану. И даже давно составленному плану. Гуляю с Чарли, иду по магазинам шататься. В общем, иду шататься. Может, даже куплю свои красивые тапки. Не знаю, не уверена. Но все может быть. Может быть, что-то и поинтереснее найду. Фиг его знает. Но вот так вот. У нас на улице, когда встала, было 15 градусов. Ну, наверное, уже сейчас. И очень быстро температура поднимается. Буквально за час она может до 18 градусов. Тепло, хорошо. Так. В принципе, как и вчера. Мои герани. Вчера два срезала, вот тут были. Там вот еще проклевывается. И тут. И тут тоже растет. О, у нас дискотека вчера играла, дискотека вот там и сегодня. А вот еще, видите. Так что все цветет. Клубничка моя. Чарли наблюдает, кто там. Это сосед, наверное, выезжает из гаража. Да. Так что все идет своим чередом, друзья. Все как надо. Вот этот цветок поставила сюда, потому что написано, что ему мало света. Очень жалко, что ему там мало света, потому что здесь он как бы одинокий голубь на карнизе за окном. Смотрит на меня и стучится в дом. Вы помните такую песню? Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня и стучится в дом. Чем такая какая-то песня? Чучи, скажи всем привет. Скажи пи. Чучи, пи. Вот. Пи. Еще скажи, Чучи, пи. Ты сегодня не купался, что ли? А чё? А чё такое? А почему не купался? У него, когда маленький был, на голове была только пятнышко черное, а сейчас прям полностью голова. Ну что ты? Да, скажи, я тут. Чё ты там разговариваешь непонятно с кем? Пи. Ай, мои ревнивые. Говорят, собаки не ревнуют. А что тогда это? Вот как это назвать? Когда я разговариваю с Чучей, он ко мне вот так вот льстится. Как это назвать? Никак иначе, ревность. Зашла в прямую. Хочу крем посмотреть себе дневной. У меня есть один, но он такой ужасный. Точнее, он может быть и хороший, но он мне совершенно не подходит. Здесь что-то они разбирают. Все, там, наверное, товар пришел. Вот хочу что-нибудь. Это вот корейская вся продукция. Посмотреть, чтобы для... Блин, не написано, что нету никаких опознавательных знаков. И вот ходишь как дурак, не понимаешь, куда надо смотреть. А еще бы мне знать, что бальзам для губ нужен. Потому что губы-то сейчас не красим. Они очень сильно сохнут. И вот только генической помадой надо красить. В общем, буду разбираться, потому что тут хрен поймешь, что читать надо. Что за крем? Что? Куда смотреть? Буду смотреть. Так, ну что, друзья, купила, что надо, что не надо. Приморье, сейчас приду вам все покажу. Так что хотела тапки купить, но тапки теперь откладываются. Может, нет, а? Они такие красивые. Смотрите, какие красивые тапки. Блин. Ой, и хочется, и колется. Ну, пойдемте посмотрим хоть. Прикольно, как валенки. На витрине там побольше. Классные тапки, да? Там на витрине побольше выбор. А я знаю, где еще один магазин есть.
Они там могут быть подешевле. Смотрите, здесь видите, выбор побольше. 32 евро. Там другие 20 были. Полицейские как гуси ходят. Гуси-гуси, га-га-га. Смотрят, все ли в масках ходят. Угу. Тут вот все по 10. По 10 тоже все. Сандали такие. На следующий год можно выбрать. Смотрите, скидки-то очень даже хорошие. Вот здесь по 15 евро. Кожаная обувь. Тоже хорошие. Это на следующий год мне можно даже купить. Вот, например, были 24, а нет, тут уже со скидки 35, а сейчас 15. Хорошая цена, два раза. Я такими темпами до Лидла не дойду. Вообще-то в Лидл иду, чтобы прогуляться. Уже пару родственников встретила. Ой, здесь нельзя даже скрыться никуда и ничего, потому что тебя сразу... Так, куда мне надо? Ай, блин, знаете, куда мне надо? 100%? Это купить Чарли таблетку от паразитов. Причем мне это надо было сделать уже 3 недели назад. Так. Вот тут я свои Сваровски покупала. Ну, теперь что-то, знаете, был у меня такой бум на Сваровски. А сейчас не бу-бум. Можно потом на обратном пути в Сефору зайти. Сефора. Или Сефора, как ее там называют-то. Так. Ну что, друзья, все. А, так, зайти за Чарли, за таблеткой. Тут у нас воду, за воду надо платить. Там контракты переделывать. Вот. Тут у нас что-то строят. Это вот тоже прям центр города. Ну, улочками хожу. Когда заезжаешь в какой-нибудь такой город с историей, да, скажем так, по этим улочкам блуждать, это трындец капец, можно заблудиться, ого-го как. Тут тоже магазин собачий. А когда живешь 16 лет, можно с закрытыми глазами уже ходить. Так, я обхожу все людские мероприятия, поэтому, как всегда, обута я в удобной обуви, джинсики, потому что ходить хочу. Смотрите, какая красивая, интересная тележка, 15 евро стоит. Я бы, если бы и приобрела себе, то только вот, ух, 15 евро, смотрите, с такими колесами очень удобными. Но так как я за покупками пешкарусом не хожу, она мне не особо нужна. Смотрите. Ладно, пошла я за таблетками. Вот, Чарли куплю. И в Лидл. Лидл далековато находится, но бешеный самбар 7 верст не путь, правильно? Ой, а что я очки-то не надеваю? Не надеваю. Я же это... не накрашенная. Мне же надо глазки мои спрятать. О! Опять красивая. Все под цвет. Очки, сумка. Все под цвет. Все розовое. Вы, конечно, не видите мои эмоции. Я как это... человек-фантазм. Как это? Не, не фантазм, а невидимка. Помните, он тоже там надевал на себя все на свете, чтобы его хоть как-то было видно. А мы наоборот, закрываемся. Смотрите, какой классный кот. Что-то они заняты, наверное, там не открывают мне. Такой классный, вот кот только вышел, больше никого. Позвонила. У нас здесь школа. Детки стоят, ждут. Кс-кс-кс-кс. Наверное, занят операцией. Зови своих. Ну а что ты хочешь? Что я тебе могу сделать? Не открывают. Зови хозяйку.
Я вообще не люблю котов, я не кошатница. Но этот красивый, правда? Блин, ладно, на обратном пути, наверное, зайду. Пошла я. Смотрите, в школах все окна открыты для вентиляции. Потому что сейчас у нас говорят, что вентиляция – это очень важно. Когда идет вентиляция в помещении. Вот, поэтому я у себя тоже на работе открываю все двери. Мне даже сами клиентки говорят, мне без разницы, я не мерзну, даже зимой открывай. Мы, говорит, с этими будем ходить. Как их называют? А, у нас, кстати, праздник скоро, День всех святых. Он с Хэллоуином совпадает. Многие думают, что в Испании отмечают супер-пупер Хэллоуин, но это совсем не так. В этот день, 1 ноября, по-моему, да, отмечают не Хэллоуин, а День всех святых, мертвых, идут на кладбище. Вот, у нас пока, слава богу, все нормально с этим вирусом, так что, может быть, ну, мы, естественно, все равно не пойдем на кладбище, хотя ходим каждый год. Ну, Хэллоуин в этом году детки не будут отмечать. Соответственно, известно почему. Там мы раньше жили. Вот в этом доме. Сейчас квартира сдается. Поэтому... Это рынок. Продуктовый. Там мясо, овощи, рыба, все свежее, все лучше. И причем, знаете, на рынках цены выше, чем в магазинах. Ну, типа, потому что там свежак. Рыбу по понедельникам в Испании не покупайте, потому что ее не продают. Почему? Потому что рыбаки в воскресенье отдыхают, ловить рыбу некому. И поэтому ее не продают. А если увидите... что ее продают, значит, рыба не местная, а привозная с какого-нибудь Китая, Японии или еще откуда-то. В общем, как-то так. Присела тут на лавочке показать вам, что я приобрела. Во-первых, купила вот такую тушь кабарет Вивьен Саво. Все ее сильно... Как бы всем она нравится. Кого бы я ни посмотрела, кого бы я ни почитала, всем она нравится. Но... Единственное, что мне там не нравится, кисточка. Но, может быть, я ее поменяю с другой. У меня есть другая тоже из этого. У меня есть... Я покупала тушь вот как раз в Sephora. А хотела пойти я в этот... Parfois. Они для меня, блин, эти названия. А вот эти Sephora, там кисточка тоже такая ужасная, что она постоянно мажется у меня века. У меня нависшее века, оно постоянно мажется. Вот. Что-то 5 евро стоило. Только дешево, оказывается, ужасно. Вот такой серум купила. Серум. Ритуал. Японский ритуал. Цветок черешни. Вот. Всего за 3 евро. Представляете? Дешево, сердито. Ну, в общем, тоже там супер-пупер. Я с утра наношу много всяких средств там. И поэтому я думаю, что серум ревокс какой-то. Жиденький, может быть. У меня сейчас крем, который есть, он, знаете... закупоривает поры, и потом просто невозможно дышит, это очень потеет. И вот лицо, в общем. И вот проходила мимо, я обожаю всякие палетки, тенюшки с палетками, и вот давно на нее смотрела, на эту палеточку, и вот приобрела. А сейчас она не хочет открываться. В общем, мне кажется, эти цвета такие каждодневные. Смотрите, какие классные. Тут пленка на них, и надо потом отодрать. Мне кажется, очень можно совмещать приятное с полезным. Нос красный от маски, как всегда. Вот. И мне кажется, цвета очень суперские. Обожаю всякие разные палетки. 11 евро стоила вот эта палеточка. Классная, мне кажется, да? Цвета такие дневные, прям вообще супер. В общем, я палеткой больше довольна, чем всем на свете. Так что вот такие вот у меня покупочки. Мне до Лидла осталось буквально пройти за поворот. Что-то мне этот... Я раньше в этом парке с Чарли гуляла. Вот. Ну, а сейчас у нас другой парк. Ладно, пошла я в Лидл. Так, я уже дома. Сейчас буду кручу-верчу. Суши получить хочу.
Так, еще коврик у себя здесь где-то был. И, в общем, приготовлю все и опять включу. В общем, все уже приготовила. Не знаю, сколько листов будет, но у меня там еще есть. Будет состоять из огурцов, авокадо, лосось и сырок плавленый. Лайт. Вот сейчас вот замазываем. Матата или как там. В общем, у меня вот такой вот обед. У меня даже где-то палки были. Да. Где-то были у меня пару палок. Слушайте. Где же они у меня были? Попробую найти. Кто ищет, тот найдет. У меня и палки есть. Все как полагается. У меня еще одна сосиска на завтра. А эти на сегодня. Ням-ням-ням. Кто сушки любит, всем приятного аппетита. Уже слюнки текут. Какой-то рецепт. Не знаю даже, как его назвать-то, блин. Пирожного типа. Я купила, в общем, вот таких две формы. Силиконовые. Стоять. Специально эту надо помыть. Вот в ней я готовила. Для вот этой вот моей шайтан-машины. Один тортик такой же стоит в духовке, а этот уже приготовился. Вот, смотрите, какой он красивый. Но на вкус не знаю, что там получилось. Он еще горячий. Ну, это, наверное, знаете, как флан. Хотя там рисовая мука есть. Да я уже сначала неправильно все сделала. Там, оказывается, надо было белки взбивать. Кстати, я накрасилась немного. Не выдержала, попробовала тени. Очень классные. И тушь, правда, прям с первого раза, обычно с первого раза, а тушь мне никогда, вот, там тоже вырубился, не нравился, потому что она жидковата, надо, чтобы немного подсохнула. А это прям даже щеточка нравится, удивительно, за 5 евро, надо же, кабарет, Vivienne Savo кабарет. К пироженку. Надо было яйца взбивать, белки, а я ничего не взбила, все смешала, налепила и вот... Пусть остывает, в общем, посмотрим, вкусно, невкусно. Если что, муж сожрет. Ему такое нравится, знаете, это типа флана. Я флан не люблю. Ну, не знаю, посмотрим. Купила Чарли таблетку, сейчас буду давать. Ну, не легусто. Не нравится тебе, да? А надо жрать. Ай! Так, моя попытка номер два. Попытка номер три. Чарли, tiene que comerla. Да ё-моё. Espérate. Ты здесь. Не, ну ты посмотри на него, Чарли. Мне так сложно никогда не было ему давать эту таблетку. Он ее почти сожрал. А? Попала в нужную дырку. Чути! Маму, ты да чути? Венга, мама!
Вы знаете, прятание таблеток, всякие там мясо или сырки, номер не проходит. Он облизывает все, слизывает, а таблетку выкидывает. И вот только таким способом удается ему таблетку эту давать. Мне когда увидела одна врачиха, я тоже не таблетку, она так увидела, и он тебя не кусает? Я говорю, в смысле? Говорю, а как он меня может укусить? Говорю, это же мой пес, это же моя любовь, как он может меня укусить? Это же мое счастье. Да, иди ко мне, иди к маме. Он маму только любить может. Да, маму он только любить может. Да? Маму нельзя кусать. Вот такие купила штуки для масок. А то иногда на работе, знаете, уши вот так вот делаются и больно становится. В китайский заходила. Там что только нет, черта лысого. И то, наверное, если спросить, то будет. Да? Все, теперь на 3 месяца ты у нас без паразитов всяких. Вот и прошли мои выходные, мы уже погуляли, сходили к морю, но Чарли там что-то стреляли, Чарли быстрее-быстрее домой, в общем, побежал, испугался, полдороги его, как всегда, несла, в общем, не особо. Но в Инстаграм выставила небольшой видосик, фоточку не помню уже, так что, кто не подписан в Инстаграм, ссылочка внизу, заходите и подписывайтесь, также подписывайтесь на канал, естественно, колокольчик не забываем ставить, чтобы приходило оповещение. Спасибо вам за ваши комментарии. Все читаю, всем отвечаю. Вот. У нас завтра обещают ночью 19 градусов. Представляете? То есть, значит, и днем будет тепло. Прям это, прям хорошие вот эти деньки будут. Такие прям теплые. Прям это. Все никак это. Не уходит бабье лето. Ну, пускай не уходит. Ну, прям чтобы ночью. Обычно я сегодня встаю, ну вот, 8, да, 15 градусов на улице. А это будет 19 ночью. Очень, очень тепло. Можно даже с открытой дверью поспать. Обожаю спать с открытой дверью. Вот, ладно, всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока и до завтра.